Ребят, всем привет! Вы на канале Margulies Channel. Сегодня мы продолжаем проходить Silent Hill 1. Собственно, мы в альтернативном мире находимся на крыше, где крылья вот этот вентиль красный и ключ. Сюда заткнули мячиком. Ключ смыло вот с этого отверстия куда-то в канализацию. Ключ упал в канализацию. Все понятно. Теперь просто выходим отсюда с крыши. И нам нужно попасть. Я знаю куда. Ладно, будем смотреть. Что у нас по карте? В принципе, крыша. Может быть, даже внутренний двор надо. Так. Спускаемся еще ниже. Так, внутренний двор, вот он, знак вопроса, значит, соответственно, предположение мы оказались верны. То есть здесь надо будет решить вот эту загадку. Выходим сюда. По-моему, тут ее не было. Никого уже не будет, не должно быть. Почему внутренний двор? Во-первых, тут знак вопроса нарисован. Во-вторых, идет как бы дождь, что там на крыше с этой, с вентилем, что тут. Так что, где еще можно ключик искать? Где-то тут. Опа. Вот он. Бери, не стесняйся. Ключ от класса. Давай-ка посмотрим, что там за классы. Может быть, как там обозначается. Смотреть. Найден 2НВ. Ну, на второй этаж, наверное, мне нужно идти. Открыто. Да, открыто здесь. Отсюда. Наверх. Чуть потихоньку привыкается, конечно, это управление, но оно такое кривущее, что просто живо. Второй этаж. Все классы открыты, кроме вот одного с красными дверями. Пойдем туда. Больше, в принципе, тут я выходов не вижу подходящих. Раз, два, три. Раз, я их просрал, патрон. Ну, блядь. Падла, все равно он успел вставать. Надо прям к одному, ко второму успевать, ко всем. А если их по трое, то они так могут до бесконечности вставать просто по очереди. Хреново дело. Так, ну собственно что, погнали. Да. По-моему, сюда вот. Да, вот он. Дробаш бы не мешало, конечно. Ай-яй-яй. Как до хрена сосунов-то рядом. Да что ж такое-то? Блин, вы закончитесь, нет? Пинаю. Все, наконец-то. Крови, наверное, они мне знатно попили, да? Ну, почти. Патронов тоже на них много ушло. Плохо дело.
осматриваем шкафчики. Да. Ничего, ничего полезного. На стульчиках ничего не лежит. Хрена тут нет. По прямой можно, по-моему, открыть будет и вот эту дверь, во-первых, чтобы попасть в коридор. Коридор с другой стороны получится. Нет, с этой же. Ну, в коридоре я был. Ничего там делать. Надо вот в этот класс перебираться. Вот это, в это крыло получается. Так, тихо. Вижу хилы. Вижу хилы, корявые текстуры. Жесть какая. Так, тут два выхода. Ну, в принципе, да, давай, наверное, зайдем просто в коридор и откроем оба выхода. С какой стороны? А, ни хрена тут жуков. Твою мать. Надеюсь, тут только жуки, сосунов нету. Очень, блядь, на это надеюсь. Это спуск в подвал, в бойлерную, скорее всего. Открываем вот эту дверь. Правильно? В бойлерной, в альтернативном мире, по-моему, должно что-то быть такое полезное. Тут ни хрена, тут я был. Просто открываем вот этот ход. Давненько тут двинутых загадочек не было, кстати сказать. Так что будем посмотреть. Да, просто вниз, туда, в подвал. Так. Ну давай-ка вот это вот мы подергаем штуку. Открыто. Открыта дорога куда? Блин, я помню, конечно. Ага. Я сейчас просто могу очень запутаться охрененно. Просто не отходя. В кассы сразу же возвращаемся назад. Ну, понятно, приблизительно. Я на первом вроде как этаже. Спускаюсь в подвал. Очень похожие локации, и они, блин, запутать могут вообще на раз-два. Что тут, кто-то висит? Везде чуваки вот эти вот спеленованные. Так, блин. Самое сложное вот в этой игре, это, блядь, ее совладать с его управлением. Он просто, блядь, необузданный какой-то. Да, все-таки хранилище и котельная. Давай сначала мы в хранилище зайдем. Патроны для дробаша. И ампула. Чувствую, будет членобитва. Как-то мне кажется. Ладно. Все в кишках этих, в крови должно быть. Все такое противно, пугающе. За камеры тут, конечно, любо-дорого посмотреть, как говорится. Ну, давай покрутим. Верни кран налево, вправо. Не верти кран. Ну, тут, наверное, у второго крана требования те же, да? Да. А что должно измениться? Давай сюда пройдем. Нихрена. Давай влево покрутим. Так. Не верти экран. Понял. Я нужно, короче, покрутить
так, чтобы проход они не образовали. Давай еще раз влево. Почти. Давай вправо. Но она вернется на предыдущее. Давай влево крутим еще. Тот-то, да. То ли вправо, то ли влево надо покрутить. Наверное. Ну, это лучше, скажем так, загадки, чем с пианино. Давай влево. Так, их теперь по две стало. Давай вправо. Еще раз вправо. Угу. Ясно. Значит, вправо. Что-то такое ощущение, то что как ты не крутишь. Подожди, а то может проход вообще в другой стороне? Нет. Проход именно тут. Еще раз вправо. Так, надо посмотреть. Вот здесь вот она получается. Тут тройник с правой стороны получается. А с левой стороны тоже тройник. Вот этот должен. Нужно его накрутить. Давай влево крутим. Он же тоже с левой стороны есть. Промежуток. Ну да. Так, вправо-влево, то в одну сторону крутится, не крутим. Как-то надо один раз вправо и два раза влево, по-моему, вот так вот, что-то такое нужно. Нет, не в ту сторону. Еще раз. Блять. Еще больше их стало. Право. Ну теперь слева эта херня, промежуток про этот получился. А еще раз вправо. Может быть, типа один раз влево, два раза вправо покрутить, я не знаю. Три раза вправо, два влево. Еще раз. Опа, получилось. Охренеть. Чудо новогоднее, блять. Окей. Видишь-то какой лифт. Лифт-то какой, а? Кстати, вот очень редко тут сохранение, прям вообще. Крайне редко. Это босс какой-то. Босс файт. Хреново, это что сохранение тут очень было давно. Единственное плюс то, что есть сохранение на эмуляторе. Так, это босс или что? Ну да, походу. Просто, ну... Не знаю,
Штука эта меня будет коцать. Да, она меня коцает. Ну, хрен его знает, босс это не босс, тоже такие деловые. Берем дробаш. Смотрим, как ёбнуть можно эту падлу. Раз. Когда она ебло открывает, в него попасть можно. Понятно. Тут же ваншот. Они говорили, там что-то, когда он открывает пасть, там типа туда-сюда, можно его там завальнуть конкретно. Ладно, я понял. Пять выстрелов, кстати сказать. Это немного. Открывай. Открывай, еблосо. Как сильно она меня коцает? Да нет, кстати, вообще не сильно. Открывай, ебло. Ну. Я вот не знаю, я убиваю его или нет. Все, патронов больше нет. Валим, валим, валим. Так, что у нас по здоровью? Ну, такое себе, ну... Давай-ка, на всякий случай. Почему я не могу стрелять? А, он типа умер так? Понятно, хули. Я не знал, что они так умирают. Бомбасы поперли. Время охуительных историй. Котельная в подвале. Хм, что это было? Без понятия, мой чувак. Кто, черт возьми, это был? Все. Это, я так понимаю, альтернативный мир закончился. Это котельная. Это где я? Что происходит? Ну, у чувака, понятно, одни вопросы. Ключ какой-то. Ключ Кей Гордона взять. Без понятия пока, чё куда. Чё к чему. Давай, пистолет, пистолет. Ну, босс, в принципе, не сильно покоцал. Это одна, этот, как его, одна лечилка была истрачена. Ну, патронов пришлось с дробаша, конечно, в него подолбить. Почему хранилище закрыто? А, ну да. Сейчас мы все осмотрим. На предмет чего-нибудь. А, он даже не взаимодействует почему-то. Он решил не взаимодействовать с ними. Я слышу церковный колокол. Кто звонит в колокол? Я куда идти? Короче, в церковь. Я понял. Тогда, ну, это очевидная тема. Все, просто выходим, короче, со школы. Что это?
школе у нас все, и мы тупо двигаем вот сюда. Давай в приемной все-таки, ну просто вот в порядке бреда что-нибудь посмотрим. Да, тут вообще ничего, все пусто. Я бы еще, кстати, в лазарет заглянул. Там было сохранение, и там может быть хилы какие-то быть. Задолбал звонить. Дын-дын. Ну да, сохранение есть, а тут медикаментов хер. Ну типа один раз взял, то на второй не рассчитывай, короче. Я понял. Бля, колокол просто на весь этот какого. Стоять, Зорька. Колокол просто на весь город херачит. Херачит. Все, просто выходим из школы, что-то я уже немножко понадоела она мне тут. Сюда? Нет, не сюда. Вот сюда. Открыто. Ключ, наверное, получается, который я взял, это был просто ключ от школы. Может быть. Ну, честно, я думал, блин, босс будет посложнее первый, но как-то... Ну, в принципе, слава богу, знаешь. Наоборот, радоваться надо. То, что не потратил на него, блин, трое суток. Но с такими сохранениями это запросто вообще. Попробуем как-нибудь пробраться через вот... Может, какие-то проходы открылись тут. Так, вот сюда куда-то. Давай вот по этой стороне дороги лучше держаться. Смотрим заодно, может, что подобрать можно возле домов. Так. Попробуем свернуть. Прямо вот на эту улицу. Вдруг получится. Вдруг не закрыто. Можно тогда охрененно путь сократить. А так нет, все. До свидания. А так придется через, я не знаю. Тут ходов до хрена. Придется очень много искать. Да, аж наверх, короче. И через дом, возможно. Ход, да. Тихо, 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 тихо. Вот это хорошо. Берем, естественно. Я очень внимательно надо смотреть по сторонам, чтобы что-нибудь не просохатить полезного. Да, все три выхода тут перекрыты, и можно будет попасть только через вот этот дом, который с тремя ключами, Элли и Татошкой. Я открывал. Проходик будет от не посрать тоже. Чувак, когда бежит, не дышит, такое ощущение. А потом, когда останавливается, только тогда дышать начинает. Выдыхай, мужик. Да если так все время бежать, он просто сдохнет. Тут вот хилы тоже были. Я все просто, ну, как бы не теряю надежду получить какие-нибудь плюшки на тех местах, где они до этого были. Может быть, какой-то план изменился. Такое тоже может быть. На стене. А, ну, просто. Все понятно. Сохраняемся. Почему бы нет? Ничего путного. Я думаю, в США нет такого выражения путное какое. Ну, там, вот это вот путное... Программа там, не знаю, они не поймут то, что она тебе просто, ну, типа, годная.
Так, теперь нам нужно вниз, наверное, да? Вот сюда. Кстати, никто не нападает. Смотрим. Ну, почти. Так, теперь налево. Нет. Пробуем вниз. Вот тебе, пожалуйста, только сказал, никто не нападает. Появилось какое-то говно. Тупое говно тупого говна. Вот пиздец. Тихо, тихо, тихо. Собаки. Бля, она меня ебнула чуть-чуть. Но я попал все равно в нее. Я просто тут заметил хилку, а так бы я, наверное, вообще хер остановился. Сильно покоцало-то. Ну нет, не особо. Ну, два патрона лучше, чем на сосунов по три, блин. И то, когда их по несколько штук на тебя бежит. Так. Там тупик. Значит, просто по прямой. По прямой и сворачиваем. Не сюда. Не сюда. Дальше. Пробовая тишина такая. Просто тупо твои шаги и все. По мозгам бьет. Silent Hill никогда не было страшной игрой. Она скорее, знаешь, такая вот атмосфера так гнетущая прям. Сидишь и тебе просто на психику воздействует. Часами. Так. Как же, бляха, туда пройти-то? Ну, давай попробуем вот в этот закуток. Пока я неподалеку от него. Где там радио все искрило. Где-то тут. Так, вот собака. Ёб твою мать, тут их три аж. Будем отбиваться. Хорош. Пинай. Пинай быстрее. Сейчас вставать начну. Ну, той нормально досталось, хватило ей. Течка. Так, смотрим. Сильно покоцали. Ну, так. Берем. Да, короче. Закуток этот ни о чем. Плохо. А, может быть, то, что обведено кружком. Попробовать так пройти. Подожди, прямой. Ну да, то что кружком обведено. Ну, по-моему, там ни хрена не пройти, там тупик. Вот хоть убей, не помню. Хоть убей. Ладно, пойдем. Идем посмотрим там. Вот закуток во второй, наверное, все-таки можно будет заглянуть. Кстати, колокола перестали звонить. Блять. Чуть догрызанул все равно. Козлина.
Патрон, ну, прям вот вообще не зря, в принципе, зашел. Два раза по 15. Чё ж нет-то? Ну, давай так. Крути, блядь. Попробую, короче, пойти на этот кружок в ту сторону. Это примерно вот тут. Она меня не добесила. Возможно, вот эта дверь будет вообще открыта. Тут же есть одна дверь. Бать, как она коряво нарисована. Но нет, это не она. Догадки были неверны. Так, ну смотрим, короче, тогда что, как можно добраться до этой церкви. Прям вот раз, два, три, четыре, пять. Слушай, может быть, есть резон вообще вернуться к школе и вот просто по низу пробежать, вот тебе и пожалуйста. Блять, я, короче, в корне, походу, неправильно побежал. Ладно, сейчас мы быстро. Че меня хер дернул, блядь, наверх возвращаться? Ну там тоже, по идее, вон, три хода целых. Раз, два, три, четыре. Четыре хода был. Запутаться еще тут вообще раз-два нахрен. Возвращаемся, наверное. Ну, я пособирал патроны, в принципе. Взял одну хилку. Покоцал монстр немножко. Пизду, непонятно, где тут перекресток. Стоять. Дальше. Дальше, и причем намного дальше. А, тихо, пошел нахер, клевожор. В принципе, локация, в которой они действуют, она должна же заканчиваться, правильно? Пошел, блядь, в жопу. Атакует он тут меня. Кстати, там была такая там металлическая решетка. Можно было бы, конечно, ее дернуть. Так. Наебали чуть-чуть. Клевожорчик это. Сюда? Да, все верно. Они ж по-любому будут респауниться. Ну, гадалки не ходи, мне кажется. Они просто появляются постоянно. То есть бежишь туда, они тебя достают, бежишь обратно. Я помню, вот во второй части тоже старался их частично пробегать. Если вот прям видишь то, что драка неизбежна, то придется убиться, а так хрен вы с ним. Давай даже вот сохранимся. Как это ничего? Ну, тут сохранение есть. Которое. Их. Сохранение тут есть, которое не часто, в принципе, появляется за всю игру. Это вот получается третий раз, когда можно сохраниться. Ну, в смысле, вообще в целом в игре. Три места сохранения, которых я увидел. Два, причем из них в школе, один вот здесь на улице. Все. Так, в какую сторону крутимся? Да, просто вниз. Так, по улице, да, бежим. Вот. Так, вот даже можно будет вырулить. Наверное. Смотрим. Нет, не сюда, там перекрыто. Повернуть надо. Сверяемся с картой. По прямой.
И надо повернуть вот сюда. Правильно? Да. И драпаем, короче, по улице вниз. До упора получается. Правильно, подожди. Прям надо вот не ошибаться с этой темой. Иначе надают по жопе. Временем. Временем затраченным на поиски просто элементарной этой всей хрени, блядь. Ну, вроде правильно. Стопудово все гораздо было бы проще, если бы я со школы, блядь, просто вышел и сразу бы налево попер. Мне куда-то вот сюда. Верно? Да. Ну, давай попробуем допить до самого конца, короче, пока не это. Пока, да. Вот и все. Весь конец. Вот и весь конец, хуй до копейки. Я не знаю, как туда еще попасть. Пока идей никаких. По инвентарю у нас что? Помещен Гейгорган. Надо школьную котельную. Смотреть. All Silent Hill, Southwest Block. Ни о чем мне это, конечно, информация была. Давай за куток зайдем, я не знаю. Вообще не исключаю этой фишки, то что возможно где-то что-то калиточка есть, хуиточка. Кто-то еще ходит. Собака, наверное. Да. До свидания. А вот, кстати, Кей Гордон. Да, ключ к Гордону. Значит, мне сюда. Так, подожди, ну давай чуть-чуть осмотримся. Просто на наличие чего-нибудь полезного. Ну, двигать надо туда по-любому. Ни хрена тут нету. Ну, в принципе, а чего я ожидал-то? Там стенку кривую нарисовал. Все. А, там такое ощущение, как будто кто-то орёт тебе в ухо. Тут ничего не валяется в палисаднике у вас, нет? Ну нет, так нет. Спасибо. Спасибо и на том, как говорится. Я иду прям так аккуратненько, как будто сейчас на меня, знаешь, толпа, блядь, монстров выбежит. Патронов дают. Тут у нас что? Вот какое? Четвертое сохранение. Да давай сохранимся, чего ж нет. Это мало ничего. Ну, рай изолятор. Да, давай. Так вот. Гордон. 2 часа в игре уже. Больше предметов полезных нету, походу. Домики-то какие у всех типично одинаковые. Можно как в этом... с легким паром в Иронии Судьбы спутать и уснуть где-нибудь в таком же похожем доме. Я, получается, оказался... Да. Хочешь направо, хочешь налево. Пойдем поверху. Сюда. Пошли, да.
Так, все, не пускают. Тут тупик. И он отмечен, да, будет? Угу. Значит, только вниз. Тут же как бы в игре получается просто, ну, мнимый открытый мир там. Как будто тебе кажется, ну, ты когда из первого резидента 96-го года попадаешь 90-го года, 99-го года Silent Hill, тебе кажется то, что тут охренительно здоровый мир, тут все очень... Ну, после первого резидента, там, где были маленькие комнатки, сам по себе коридорная игра чаще всего встречается. Там, по-моему, в конце только у тебя большая, ну, большой промежуток, и ты мочишься с боссом. Вот. И когда ты вот выползаешь на здоровую улицу Silent Hill, там пускай тут ничего не видно, но зато у тебя хотя бы это... Есть куда бежать. И ты такой, вау, что делать, в какую сторону топить вообще? Я не знаю, мне прямо или придется обходить эту улицу. Вообще хрипеть начинает радио там, когда заворачиваешь на мелкую вот эту улицу, да, все. Обрыв. Сейчас добежим, просто посмотрим, что есть на этой стороне. Тут могли бы быть патроны, какие-нибудь ништяки, но нам топить надо вот туда. В этот перекресток, промежуток, не знаю, закуток. Аккуратно. Я так понимаю, тут собаки будут. Нет, клювозор. Причем клювозора надо сразу же мочить. Иначе он начинает улетать за тебя. Пока ты повернешься, с разных этих ракурсов посмотришь камеры, которые очень неудобные. Тебя быстрее сожрет просто. Ну, все, да? Вроде все, смотри. Берем. Чик. Камера телепала во все. Так, какой-то знак. А кто такие? Я вас не звал. О, клевожор. Пять патронов. На них 4 достаточно. Переволновался, наверное. Так, отопим там, куда, через всю улицу, да? Да-да-да. Бля, как вы заебали. Давай просто уйдем от проблем. Нам же церковь. Ну, дорога найдена. Сейчас надо просто найти, где зайти в эту церковь. В каком месте, так сказать. Получается, нет, не тут. Противоположная сторона дороги, да, стопудово. Слушай, да нет. Значит, где-то тут, вот он, значок крестика какого-то. Хрестик, хрестик. Все. Добрались таки. Но у рожного нее, конечно, страшная эта жопа. Утиная такая, с вытянутыми губами, как будто... Это вы звонили? Я ожидала тебя, ибо таково было пророчество. О чем вы говорите? Я знала, что ты придешь. Тебе нужна девочка, да?
Девочка? Вы говорите о Шерил. Я все-все вижу. Ты что-то знаешь? Говори. Назад. Блуждая наугад, ты ничего не добьешься. Какой непротивный голос. Ты должен идти по тропе. Тропа отшельника покрыта цветами. Что? О чем вы говорите? Вот это цветы с дерева мира. Он может пройти через миры тьмы. И преисподняя сжимается. Это тебе поможет? Быстрее в больницу, пока еще не поздно. Постой, не уходи. Нихуя не понял, но очень интересно в плане том, что там написали с одной стороны про фалус, флаус какой-то. Флаурос. Это флаурос. Знакомая штукенция по всей вселенной, по-моему, она часто встречается, вот именно треугольнички. Ну, это как головоломка пирамида, короче. Ключ к мосту. Окей. Все, да? Подсвечник этот не взять. Но голос, конечно, у тетки этой противный. Она как змея какая-то разговаривает. Шепелявость, это свеча, ничего страшного. Вот обезболивающий. Да-да-да. Я так понимаю, дверь эта будет закрыта. Не открыть. Должно быть заперто с той стороны. В третьей части, по-моему, ты вот в этой церкви оказываешься, если я не ошибаюсь. Вот очень похожая локация. Прям, блять, вообще. Очень похож. Сохранимся. Главное в школе, да, бля. Главное в школе давали редко сохраняться. Только стоило выйти на улицу. Ну, на всякий случай. Только стоило выйти на улицу, сразу же сохранения посыпались один за другим. Карты, наверное, нету, да? Да, карты просто нету. Я не знаю, через какой захлопнулся. Нельзя открыть. Ну, и так просто пробежаться. Вдруг там еще какая-нибудь дверь. Да, правда, по-моему, блин, вот эта локация есть в третьей части. Есть ключ от моста. Правильно? Ключ разломного моста. Найден в церкви. Что-то вроде пирамиды. Найдено в назначении неизвестно. Для чего эта хрень непонятно, но он ее с собой будет носить. Хорошо. Смотрим. Ой, тут не то. Смотрим карту. Мост у нас. Там вот, где справа крест. Либо по прямой. А, подожди. К центральному Silent Hill. Просто, значит, бежим по этой дороге, и тут будет мост. Применим туда ключ. Наверное, так, я не знаю. Ну, враги тут есть. Значит, вроде как правильно бегу. Посмотрим. Я знаю. Блин, все будет, конечно, исследовать. Давай хоть здесь хотя бы подергаем, что ли. Ну, можно зайти. Такая зловещая музычка для такого обычного вроде как помещения.
ничего тут не сделаешь. Надо, наверное, питание подать или что-то в этом роде. Но это разводной мост, насколько я понимаю. Его надо просто опустить. Есть ключ, сейчас мы его как-нибудь заведем. Та-дам. Газетку надо почитать. А то ж. Это план магазинов взять. Больница, полиция, городской Silent Hill. Ну, короче, основная карта основного Silent Hill, то есть вторая половина, опять сохранение. Вторая половина, короче говоря, города. А мост-то что, как его подвинуть? Сейчас. Лекарство. Замочная скважина, панель управления. Вот сюда мы вставляем ключ. Все. И баста, карапузики. Механизмы работают. Нажмешь выключатель. Да. Сейчас дождемся мега завершения гудков, каких-нибудь пиликолок, всякой хрени. И погнали. По мосту. Ну, чувак. Ночевак. Конечно, логичнее было бы сохраниться чуть попозже. Я думал, кто-то бежит на меня. Или что-то в этом роде. Катится, едет, но, по крайней мере, хочет меня замочить. Слушай, может там вот, вот в этом маленьком помещении что-то появилось полезно. Нет, ни хрена тут полезно. Даже света нет. Ну-ка, зайти сюда можно? Нет, не заходит. Все, погнали, надоело. Этим кривым управлением хочется побыстрее с этим делом покончить. По-любому, мне кажется, в больницу сейчас там будут медсестренки всякие, альтернативные реальности. Все, мне сюда. Только вот что это? Спускаться надо? Да нет, вроде. Правильно, хоть бегут. Да, подожди. Да. На столиках ничего. Ни хрена. Ну, наверное, не знаю не сюжет, короче, фильма. Не знаю сюжет игры, прям когда ты в нее первый раз играешь. Это, наверное, очень все в диковинку, неинтересно. И прям ты это все захватывающе поглощаешь. Тихо, стой. Блин, там клевожор еще. На крестом помечена хрень вот эта. Нам надо с другой стороны больницу обходить. Помечен крестом тупик, но как обычно, как бы. Вот больница она. Больница тоже, локация не маленькая. Знаю вторую часть. Очень много этого времени уделено. Блять, я не успел. А как я их должен увидеть? Я должен догадаться, что их тут двое. Дам-дам-дам. Тут, наверное, закрыто, я так думаю. Нет, не закрыто. Я поищу больницу. Хотелось бы в тот еще, конечно, закуток сходить.
Ладно, сохранимся. Мост. Переписываем, да, да. Ладно, там не то что закуток, а хотелось бы там какую-то дверку просто подергать, как бы, посмотреть, что там. Может, что-то полезное, ну, видимо, не судьба. Что хлопнуло такого? Ну, тут ничего такого нет. Перебраться за стойку. Ну, естественно, он не может. Информация, там карта, это стопудово. Да, важную часть игры как бы занимают звуки. Вот именно вот напряженные вот эти странные индастриалы вот такие вот всякие хреновины. Это кто такой? Директор больницы? Или мэр города? Костюмчик, ну видимо шишка знатная. Постой! Хуй попал даже. Стреляй! Стой! Я здесь не для драки. Мое имя Хэри Мейсон. Я приехал в отпуск. Слава богу, человеческое существо. Вы здесь работаете? Ну и голоса у них. Я доктор Майкл Кауфман. Работаю в этой больнице. Угу. Может, вы сможете объяснить, что происходит? Точно сказать не могу. Я дремал в подсобке. Когда вышел, все стало вот так. Похоже, все люди исчезли. Здесь идет снег в такое время года. Произошло что-то серьезное. Видели этих монстров? Вы видели подобные операции? Слыхали о таких вещах? И вы, и я знаем, таких созданий не существует. Да. Вы не встречали маленькую девочку? Я ищу свою дочь. Ей всего 7. Маленькая, темноволосая. Она потерялась? Сочувствую. Но все эти монстры заставляют усомниться в успехе. Простите, я не хотел вас тревожить. Ваша жена здесь с вами? Она умерла 4 года назад. Моя семья — это моя дочь. Ясно. Простите. Ну, я лучше пойду. Я не могу сидеть, сложа руки. Пока. Желаю удачи. Перевод, конечно, с субтитрами просто очень хреново вяжется, прямо жопа какая-то. Там склоняют даже мужской и женский рот, даже в этом ошибке ничего нужно. Голоса просто, конечно, тоже. Я не желаю себе лучшего. Да и у Гэри Мейсона тоже такое себе. Ладно, хоть как-то. Тут у нас что? Закрыто? Наверное, на задний двор, да, какой-нибудь? Выход. Нет, я пока не сюда хочу. Я хочу зайти за стойку и взять там эту карту. Тоже нет. Опять обычное дело. Чё в коробочках? Тоже обычное дело. Куда не подойдет, но все обычное дело. Так, вот, наконец-то. Наконец-то. Все. Обзавелись мы карты. Теперь тут указано, да, где мы были. Регистратура. Офис. Ну давай, выходим с регистратуры. Потом вот сюда. Тут же у нас комната одна.
Да, выхода тут нету. Хотя вот эту бы книжонку я посмотрел. Не, ничего не взять. Ну ладно. Белая доска. Ничего необычного. Давай сейчас регистратуру проверим. Будем закругляться на эту серию. Регистратура. Это у нас... Что? Фармакология? С кривыми дверями. Газетка. Это газета. Статья вырезана. Какая статья? Ты, сука, про что? Так, это получается... Ладно, давай щетки дернем. Дверь нельзя открыть. Ладно. Будем заканчивать на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи.